Плановые испытания тепловых сетей на плотность будут проводить в ближайшее время в Барнауле. Это произойдет с 18 по 31 марта. По заверению специалистов сибирской генерирующей компании, отключение горячей воды или отопления не планируется. Выявлять утечки будут при помощи безвредного пищевого красителя зеленого цвета. На страницах информационного агентства «Толк» доступным языком рассказывается о том, как проводят испытания и что делать, если зеленая вода потекла из крана в квартире. Оказывается, причина может быть и в неисправности внутридомового оборудования. Подробности на «Толке». Редьку и мед прописали пенсионеру с двусторонней пневмонией и гриппом. Житель алтайского села умирал в муках на глазах у врачей. Статья под таким заголовком вышла на «Комсомольской правде» Барнаул. Известно, что супруга пострадавшего мужчины трижды обращалась к врачам. Однако они не видели причин для паники и советовали лечиться народными средствами. Диагноз, который изначально поставили медики – ОРВИ. Следователи возбудили уголовное дело. Мужчина умер от двусторонней пневмонии. Сейчас назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Подробности трагедии на страницах «Комсомольской правды». Как будет выглядеть новый логотип Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»? Можно посмотреть на Политсибру. Определился победитель конкурса и самым удачным признан вариант дизайнера Юлии Раменской. Она и получит обещанные 100 тысяч рублей. По словам автора, эмблема символизирует широту проведения фестиваля и гостеприимство жителей Алтая. Всего же на конкурс поступило свыше 100 заявок. Свои варианты логотипа присылали школьники, студенты, профессиональные дизайнеры, а также любители. А вот аргументы и факты сообщают, что в Алтайском крае многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию. Для женщин, воспитывающих 5 и более детей, пенсионный возраст составляет 50 лет. Льготы появятся у мам с 3 и 4 детьми. Первые смогут досрочно выйти на пенсию в 57 лет, вторые – в 56. Главное, чтобы был определенный страховой стаж, а также необходимое количество пенсионных баллов. Подробности нововведений пенсионного законодательства читайте на АИФ Алтай.